Третий областной слет, пост номер один, собрал более 35 команд со всех уголков области. Лучшие из лучших достойно представляли свое учебное заведение, пройдя все этапы подготовки к слету еще в стенах школ. У нас во всех муниципалитетах существует пост номер один. То есть с большим удовольствием все просятся к нам сюда на вахту в Ульяновск. Область тоже приезжает к нам сюда на вахту. В школах составлен уже график, то есть таких, кто не хочет на пост, такого нету. Ученики 47-й школы уже не первый раз становятся участниками слета. В этом году ребята заканчивают 11 класс, поэтому уже начали готовить себе достойную смену на будущий год. Изначально мы, конечно же, были здесь, на посту номер один. То есть мы стояли, как все ребята, которые школьники, которых приглашают, да, и вот это было по-настоящему, такая атмосфера была, которая не передается просто словами, наверное. И нам просто это понравилось. Поэтому мы, когда нас пригласили на конкурс, мы не задумывались о том, чтобы поучаствовать, и приехали. Пост номер один является одной из уникальных и очень ценных форм работы по воспитанию патриотизма у подрастающего поколения. В рамках слета участники выполняют ряд конкурсных заданий, среди которых сборка, разборка автомата, заступление на пост, возложение цветов, военно-историческая викторина. Конкурс «Вынос и подъем флага» стал особенностью этого года. И здесь у нас обелиск «Вечный огонь» находится. Вот они, когда заступают, несут вахту памяти и заступают на пост, они со всей ответственностью, они готовятся, они строевой здесь. Ну, все равно, я вам скажу, там у них есть маленький такой, в хорошем смысле, мандраж перед заступлением на пост. Лучшей командой этого года стали ребята из Кузоватовского района. Они отправятся представлять наш регион на всероссийском слете постовцев, который пройдет в Севастополе. Кристина Жако, Даниил Сурков, новости «Ульяновской правды».